Здорово, народ! Всем привет! Я давно мечтала о кресле-качалке, но сейчас зима, холодно, идет снег. Поэтому мы решили переместиться в наши городские локации и с минимальным набором инструмента построить кресло-качалку. Из инструмента у нас есть только шуруповерт и лобзик, а доской мы затарились размером 20 на 40. Еще мы купили доску 120 на 20, и из нее сделаем полозья для нашего кресла. Вот с помощью фигурного лезвия мы вырезали две такие лыжни. И сейчас будем делать каркас. Кресло собирать мы будем по вот такому вот чертежу, который я сделала сама. Ну и давайте приступим. К сожалению, трехходовое сверло у нас осталось на даче, поэтому сначала приходится сверлить маленьким сверлом, а потом уже большим, чтобы спрятать головки саморезов. Наши боковинки с подлокотниками готовы, а сейчас мы сделаем анатомическое сиденье. Вот такое интересное седалище у нас получилось. Закругленное. Ну, давайте делать спинку.
Короче говоря, вот, собрали мы конструкцию такую. Устилили как могли здесь со всех сторон. Здесь вот пластина, с той стороны брусочек. В общем, везде накрутили саморезов. Должно быть крепко. А сейчас кулинарная пауза. Будем готовить рагу, но в этот раз казана у нас нету. Будем готовить в глиняном горшке. Значит, рагу у нас будет состоять из свиного лопатко. Русский речь меня покинул. Морковка, помидоры, лук, картофель, специи и баклажаны в аджике. Сейчас на сковородке поджарим лук с морковью, потом мясо, а потом все это вместе с картошкой и прочими специями закинем в горшочек. Мы купили самую дешевую свинью, которая была в магазине, это лопатка. Сейчас я ее порубаю, тоже обжарю и тоже в горшок. Ну все, теперь рубаю овощи и погнали. Теперь заваливаем специи, солим, перчим, приправы и в духовку на 200 градусов на целый час. Чуть про чеснок не забыли. Самое же главное, врагу не пожелаешь забыть про чеснок. Ну что, друзья, вот такое кресло у нас получилось. Его осталось хорошенько пошкурить еще раз и, может быть, покрасить. Так что вот, как-то так. Всем спасибо. Все свободны. Пока.